Всем привет, вы на канале Apollo Games, и это Pandemic Express Zombie Escape. Игра, в которой ты должен выжить, спастись на поезде от зомби, либо самому, ну, если ты умрешь, стать зомби и не дать выжившим сбежать. Ну что, задумка неплохая, посмотрим, как это реализовано, это еще ранний доступ. Так что могут быть какие-нибудь баги-лаги, но неважно, поехали. И вот мы все появляемся в закрытом помещении, и сейчас случайным образом... Так, тихо, не бей меня. Сейчас случайным образом выберется один зомби, который начнет нас всех бить. Но тут решетка, вот, я думаю, сразу выбежать. Да хватит кричать так. Мутить я их сейчас не буду. Так, тихо, давай. Кто зомби? Вот зомби. Тихо. Откуда у тебя уже пистолет? Откуда у тебя пистолет? Открывайтесь. Все, бежим. Просто ран. Куда бежим-то? Так, карта. Ё-моё, ничего не понятно пока что. Так, вон поезд. 400 метров. А, он что за нами бежит? Он за нами бежит, да ну нафиг. Давай, беги, бегом. Он где-то сзади. Я даже оборачиваться не хочу, я его слышу и так. Ну, там, в принципе, много мяса, которое бежит еще позади меня. Надеюсь, он на них отвлекется. Вон машина. Машина! Меня бьют! Тихо, не бей меня. А, здесь можно похилиться. Давай. Тихо. Зомби сел со мной в машину. Лол. Ну все, он от меня так просто не отвяжется. Я думаю, его сейчас вот так вот куда-нибудь скинуть. Подожди, не так. 50%, класс. А здесь он может находиться? Нет, это мне сюда нельзя. Ну все, я профукал, видимо, все свои шансы, да? Ну вот есть чувак, который мне сейчас поможет. Тихо, ты меня не бей. А! Врезался. Так, все. Машина заглохла, я тут могу похилиться. Так, все, 3 жизни. Но тут зомбари. Оружие, где все оружие? Вот, пистолет. Класс, неужели? Че, все убили? Найс. Угу, надо перезарядиться. А, нет, 3 патрона максимально. Давай, о, дробовик. Вот это хорошо. Вот это я понимаю. Так, там вон еще дробовик лежит и патроны к нему. Пока лутаемся. Они там без нас разберутся. Так, где-то вот здесь, вот. А это другой, да, дробовик? Ну давай за место пистолета воткнем его. Так, не... Они отлетают, когда по ним стреляешь. Вообще нормально так. Так. Ну, такое себе, 16. Видимо, 16 жизней я всего лишь отнял. Да что ты сюда бежишь, ты? Так нам вообще, по сути, нужно двигать к поезду. Но мы тут вместе. И нужно держаться так вместе, потому что так мы сильнее. Так. Угу, патрончики выпали с зомбаря. Тихо, кого мне там показывает? А вон они прыгают. Ну и что ты один угнал? Взял бы нас, подождал. Тут можно кататься. Вот так вот. Ну, одну игру, я думаю, сыграем за выживших. Попробуем выжить здесь нормально. Так, ты ко мне не беги. Так, давай. Быстрее перезаряжайся. Попробуем здесь выжить, а потом, наверное, поиграем уже за зомбарей. Так, ты когда там умрешь, кстати? Так, тихо. Бежим. Нормально так упрыгали, тут можно еще соскользнуть. 80 метров всего лишь. Давай, уже чуть-чуть. Эй, куда ты без меня-то поехал? Вот, наши уже держат оборону, это хорошо. Только мне бы еще забежать туда. Черт, я успею. Да. Нет, тихо. Ну подожди меня, ну что за дела? Вот, нормально. Все, теперь нужно тупо держать поезд. Как ты так высоко прыгаешь? А, там батуты. Так, надо нормально перезарядиться. И патроны. Отстреливаем. Они еще могут сверху, у них есть специальные вышки, с которых они на нас прыгают.
Да, и взрывающиеся зомби, на них все жалуются, потому что они прыгают просто в толпу с вышки и всех убивают. Так, кто-то попытался прямо на машине заехать. Нормально так. Shut the fuck up, bitch. Так. Стреливаем. Даем нашим нормально забраться. Так, по сторонам нужно получше смотреть. Тихо, кто-то тут сейчас взорвется. Мы его взорвали прежде, чем он на нас упал. Ё-моё! Что происходит? Просто что происходит? О, какая-то пушка крутая. Ладно, я брать... В принципе, давай, возьмем. Вот это вот что такое? У меня мало на нее боеприпасов. Тот дробовик был лучше, да? Давай такую пушку проверим. Это что, калаш типа? По кому вы стреляете? Я никого не вижу. Ладно, давай куда-нибудь поближе. О. Воу! Так, сейчас начну прыгать подальше, отходим от толпы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно, нас убили. Мы не смогли выжить. Потому что там вообще какое-то мясо уже лютое началось. Интересно, выживет ли кто-нибудь вообще? I'm fucking lagging, of course. Shut up, you coco pig. Так, надо, наверное, его замутить вором. А то он какой-то слишком громкий. А, они, получается, в сейф-зоне. Тут мы их не достанем. Давай наперед побежим. Тут где-нибудь из кустов сейчас выпрыгнем. Ай, ты в смысле по мне стреляешь? А, ну понятно. Не, ну в принципе ладно. Вон есть вышка, возле которой они сейчас будут проезжать. Давай его тоже забаним тут. Замечим. Он тоже какой-то слишком говорливый. Так, 100 метров. А почему он остановился? Вот интересно, как это работает? Типа они сейчас просто отстреливают зомбарей, все. А, ну может быть у них там есть время подхилиться, да, там патроны пособирать. Не, ну там просто мясо. Офигеть. Просто офигеть. Все, поезд тронулся. Давай, побежали на эту вышку. Это не человек? А, нет, это такой зомбарь. Просто так выглядит. Мы вообще успеваем? Тут есть какие-то еще перки у зомбарей. Черт, они уже здесь проезжают. Но если не успеем, значит запрыгнем сзади поезда. Так, поднимаемся, поднимаемся. Так, перка у меня походу пока что нет. Потому что мне предлагают возродиться за другого какого-нибудь. Так, давай, 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 давай. Иди сюда. Воу-воу-воу, подлагивает аж. Не, ну я успел кого-то побить. Немножко. Так, мы возродились за фантома. Он, получается, может становиться инвизным. Ага. Можно прямо с этой дырки сюда сейчас прыгнуть на них. Наверное, в инвиз зайдем и прыгнем. Да что ты раньше времени-то прыгаешь? Так, все. Пора юзать инвиз. И прыгать. Иди сюда. Сразу просто убили, даже не успел добежать. Не, ну, за зомби явно похуже играть. Как бы. А на машине я могу за рулем кататься? Нет? Видимо, нет. Только в кузов сесть. Это печально. Так вот, сейчас подождем и запрыгнем на батуте. Будем действовать как-то так. Так, давай, 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 давай. И запрыгиваем. О, просто шквальный огонь. Просто офигеть. Так. Эй, с какой стороны прыгать-то? А, вот с этой. Давай, пока не увидим кого-нибудь. Вон, они уже там есть. Ну, один раз успел ударить, нормально.
Это дичь какая-то. А, так они, получается, не в сейф-зоне? Нет, я могу забежать. Нет, сейчас все нормально. Бежим, бежим. Ну, запрыгиваем. Так, как-то ускорение можно поймать. А все, а че их так мало? Давай. Где ты тут? Меня еще и убить успели. Кто-то взорвал меня. Фух, все. Всех убили. Выживших, похоже, не осталось. Да. Никто не спасся. Хорошо, отлично. Давай еще каточку тогда посмотрим. Погнали, все. Кто-то стал зомби уже, да? Я сделал звук потише, а то они все какие-то очень громкие. Все. Там уже кого-то жрут, а мы побежали лутать. Надеюсь, меня в начале игры не будут уже сразу лупасить, как в прошлый раз. Не, ну вроде пока никого не видно. О, что-то такой медленный-то, а. Ну, ближайший дом плохая затея, наверное. Хотя, вот мы сразу тут нашли, уже сразу можем отбиться. Так, о, какая-то пушка еще. Наверное, да, пистолет-пулемет, отлично. О, ему повезло, дробаш. Я думаю, это самое лучшее оружие пока что здесь. И давай смотреть карту. Пока круг очень большой и... Сколько метров? 700. Ну ладно, давай двигать со всеми. Всей толпой. Что здесь вообще еще интересного можно найти? Я знаю, что здесь есть еще бронежилет, который дает две дополнительные жизни. Но думаю, его сложновато найти. Так, вон кто-то уже... О, не, отсюда попасть это такое. Все, просто бежим. Пусть они там разбираются. Хотя, лучше своим помогать, потому что если своих убьют, они станут чужими. Врагами. И это будет уже не очень. Да убейте его, его там уже. Так, сразу минус. Так, тут можно подхилиться, но хилки мне пока не нужны. Зомби далеко. О, давай, подожди нас. Ну, ясно. Ну, давай хоть на батуте долетим. Нормально. Тихо. Зомби пока нет. Где зомби? Ты куда меня повез? Мне не в ту сторону надо. Зомби как-то очень рядом, так что побежали. Угу, они все уехали. Так. Ну, давай тогда другим путем пойдем. Хотя, всем зомби мы видны. То есть, нас может какой-нибудь зомби преследовать, так как мы одиночная цель. Давай, поехали. Да в смысле? Чё такая неповоротливая-то, а? О, да. Так, давай здесь проеду. Нормально. Погнали, погнали, погнали. Тихо. Нет, это река. Нет. Класс. Тачку мы потеряли. В игре в этой пока что одна карта, ну то есть и поезд. Потом добавится на корабле, на чем-то еще. Но это мы потом посмотрим, когда выйдем в меню уже. Там какие-то еще режимы будут добавлены, а пока что это ранний доступ. Поезд. Ты что такой долгий? Ты вообще куда едешь? Подожди. А, так он вообще в другую сторону, он туда едет. Ну, давай хотя бы к своим прибьемся. А то одному бегать это вообще... Не очень затея такая. Тихо. По сторонам нужно оглядываться. Ага. И вот мы нарвались на зомби. Так. Надо его убить. Срочно надо убить. Он аж... сквозь текстуры пролетает. Ты ко мне не подойдешь. Все. Он умер. Или он в инвизе? Он умер или он в инвизе? Мне страшно. У меня есть тачка. Но на тачке я наверх не поднимусь. Подожди, как это мне сейчас сделать вообще? Невыгодное положение.
Хоть ребята рядом есть, которые, если что, помогут. Так, во, давай вот это заберем. Всего лишь 20 патрон. Видимо, это была плохая затея. А, подожди, я же могу делать вот так вот. Типа, если я под себя стреляю, я подлетаю очень высоко. Да, нормально. Так, я, наверное, рвану все-таки на перерез куда-нибудь в ту сторону. Он там сейчас будет проходить. Так его не догнать, если прям за ним бежать. Это фиговая затея. Так, это мы, получается, пробегаем, где он уже был. Ой, надеюсь, на меня не обратят внимания зомби. Так, совсем рядом стрельба. И я что-то как-то опаздываю, да? Он прям подо мной. И здесь сейчас может возродиться зомби. А, он в туннеле, что ли? Где-то здесь он сейчас будет выезжать. Да, вот железная дорога. Упс. А там зомби бегают. Ай, ну вот, пришла моя смерть, да? Чё, я его убил? Я не понял. Видимо, да. Ладно, сейчас единственный вариант, это, наверное, бежать в туннель, пока зона не сузилась. Бежим, бежим, бежим. Так, 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 давай. Да чё вы по нам-то стреляете? Свои. Так. Давай. Угу, нормально. Ой. Но он взорвался прям наверху. Кто-то решил подождать нас. Не, давайте я где-нибудь сзади поеду. Так. И патроны кончились. Надо, чтобы кого-нибудь из наших убило, чтобы я оружие поднял нормальное. А то так вообще не варик. Так, тихо. Кто-то где-то пикает. Мне это не нравится. А он далеко. Так, 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 зомби. Ну, я уже думал, мы никогда не догоним этот поезд. Столько пробежали. О-о-о. Ну, револьвер это, конечно, плохая вещь. Ё-мо. Все? Вот так вот. Мы сбежали. Не знаю, странная катка, мы побольше времени просто бегали. Вот, здесь есть еще баржа. Это у нас что? Кабл-кар. Угу, это интересно. Мне кажется, как-то очень сложно такую штуковину отбивать. И ракета? Офигеть, ну это круто. Интересно, как это будет. Я как-то себе сейчас представить это не могу. Ракету отбивать. Но она же не будет летать, типа, под башнями, из которых будут прыгать зомби на тебя. Ну, еще тут какие-то счастливые предметы. Items, items. Ну, написано скоро. Пока что непонятно, что за предметы. Потом, если что, увидим. Думаю, может быть, еще поиграем. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.